Всем доброго времени суток, приветствую на канале История в монете. Сегодня мы рассмотрим монетку Кении номиналом 1 шиллинг 1975 года чеканки. Монета отчеканена тиражом 40 856 тысяч штук. Данный тип чеканился несколько лет, из 1969 по 1978. Прежде всего мы видим на монете обозначение номинала 1 шиллинг, год чеканки, а также обозначение страны Республика Кения. Большую часть площади лицевой стороны занимает изображение герба Кении. Кения – государство Восточной Африки. Является бывшей колонией Великобритании, получила независимость только 1963 года. Но эта территория имеет очень древнюю историю. Территории Кении, по мнению многих ученых, входят в область, которая стала прародиной человечества. На восточном побережье озера Рудольф обнаружены орудия труда и останки предков людей, которые жили здесь около 3 миллионов лет назад. Значительно позже территория Кении была заселена людьми более нового типа. В 7-8 веках на побережье Кении начинают образовываться торговые центры местных племен. Они занимались посредничеством в торговле между внутренними районами Африки с Индией и Аравией. С Африки вывозили железо, золото, слоновую кость, рог носорога и рабов, а ввозили металлическое оружие, разные изделия ремесленников и ткани. В 1498 к побережью Кении приплывают корабли португальской экспедиции под командованием Васко да Гамы, который искал морской путь в Индию. В начале 16 века португальцы захватили многие портовые города на побережье Кении для того, чтобы использовать их как промежуточные пункты на своем пути. Но в середине 17 века правители султаната Оман начали изгонять португальцев из Кении. К началу 19 века основой экономики Кении становится работорговля. И только в 1907 распоряжением британского губернатора в Кении было запрещено рабовладение, традиционно практиковавшееся в местных африканских племенах. С 20 века Кении начинает распространяться ислам. В декабре 1963 Кения стала независимым государством, а в 1964 провозглашена республикой. На другой стороне монеты мы видим портрет Джомо Кениатта, кенийского общественного и государственного деятеля, а также первого премьер-министра независимой страны. Рождается он 1891 года в семье племени Кикуйю, недалеко от Найроби. Он закончил школу, принял христианство, занялся политической деятельностью. В 1929 Кениатта, как официальный представитель страны, отправился в Великобританию для того, чтобы добиваться удовлетворения требований своей партии. С 1931 года учился и работал в Британии, где окончил колледж. После чего отправляется в Советский Союз, где в течение 2 лет учился в Коммунистическом университете трудящихся имени Сталина в Москве. В 1946 году возвращается в Кению, где становится влиятельным лидером национального движения и возглавляет партизанскую борьбу за независимость Кении от Великобритании. 1 июня 1963 Кения получила внутреннее самоуправление, а 12 декабря 1963 Джомо Кениатта спустил флаг Великобритании, сделав Кению независимым государством. Вот такая любопытная монетка. Всем спасибо за просмотр.